Вы на канале Даши Ядиковой. И сегодня я бы хотела вам порекомендовать канал Анфисы Ядиковой. На нее почти каждый день выходит на видео. И сегодня она моя сестра. И сегодня я с ней в скайпе поговорю и кое-что ей скажу. Так давайте уже начнем. До начала урока осталось 5 минут. Ну давайте начнем. Достаем листочка и будем писать контрольную работу. Контрольную работу? Вы издеваетесь? А вот и нет. Будем писать контрольную работу, которую мы писали в первом классе. В первом классе? Но это было уже так давно? Да, давно. Да, давно. Ну и что? Ясно тебе или как? Я сегодня забыла тетрадку дома по математике. Простите, пожалуйста. А голову ты дома не забыла? А? Нет. Ну что ж, тогда придется тебе прямо сейчас поставить двойку в журнал. Ну, а нет, если ты дневник забыла, я поставлю тебе ее на лбу. Ясно? Дневник-то я не забыла, но, то есть, я забыла его. Ну, не ставьте мне двойку в журнал и на лбу. Так думаю и думаю, что стоит его поставить все-таки тебе на лбу, ясно? Нет, не надо, давай-ка я лучше сейчас напишу контрольную и все загладится. Давайте. Ну, давай, надеюсь, ты меня порадуешь на этот раз. Не подглядывай, ясно тебе говорю? Это я-то подглядываю? Сама такая подглядываешь такая. Ты такая вот. Ага, сейчас ты подглядываешь, а я никогда не подглядываю, ясно? Что там происходит, дети? Зоя Петровна, она подглядывает. Нет, это она сама у нее подглядывает. Ясно, Мария Петровна, или как вам? Я не буду выяснять сейчас, кто у кого списывал или подглядывал. Ребята, напишите в комментариях, напишите, кто же у кого списывал. Я не могу понять. Я же лишь проверяла контрольную работу 9 класса.